уже старые, да? Эти старые автобусы, исправно служившие ивантеевцам на 316-м маршруте, теперь возят жителей Пушкинского района. Глава города Сергей Гриднев в ходе рабочего визита в автоколонну 1789 посетил ремонтную зону автоколонны и обсудил с руководством уже реализованные и перспективные проекты. Это те, которые вы лично принимали и лично вручал губернатору. Наверное, сегодня жители уже не помнят, что когда-то на Детской автобусы разворачивались прямо около Дома Победы 4. И не было вот той разворотной площадки отстоя для автобусов, которая появилась сейчас. Замена подвижного состава, перевозящего пассажиров в Ивантеевке, началась по инициативе Сергея Гриднева 4 года назад. Были заменены автобусы на 316-м, 1-м, 4-м, 22-м маршрутах. В прошлом году, благодаря обращению главы города, на 20 минут позже стало время отправки последнего вечернего автобуса 316-го из Москвы. В начале августа Сергей Гриднев поставил задачу проработать возможность организации нового городского маршрута. То, что новый маршрут, который свяжет микрорайон Бережок, платформу Ивантеевка-1 и микрорайон Русакова, должен появиться в городе, вопрос решен. И здесь может быть темой обсуждения только улицы, по которым этот автобусный маршрут будет проходить. В текущем году удалось заменить все автобусы, следующие по 22-му маршруту Ивантеевка-Пушкина. Ежедневно ими пользуются более 13 тысяч человек. Анна Пыльцина, Сергей Денисов, Анна Белова. Новости города.